времени суток вам. Меня зовут София. Как вы знаете, заканчивается старый год 2016 и приходит 2017. И каждая хозяйка ищет рецепты уникальные, чтобы порадовать свою семью под Новый год. Одним из таких рецептов, десертов, я поделюсь с вами. Сегодня мы приготовим вишневую горку. Тем, как замесить тесто, необходимо растопить 200 грамм маргарина. Перед замешиванием теста в муку добавляется сода, погашенная уксусом, ложечка чайная. Стакан сахара высыпаем. Делаем в муке углубление, выливаем растопленный маргарин. И стакан сметаны. Добавляем сюда же щепотку соли и замешиваем тесто. Как мы замесили тесто, мы ложим его в пакет целлофановый и ложим в холодильник на 1 час, чтобы оно немножко остыло. Пока наше тесто остывает в холодильнике, мы готовим крем. Берем 0,5 литра молока, выливаем в кастрюльку и ставим его на огонь кипятить. Следующим этапом нужно отделить желтки от белков 3 яиц. Желткам добавляем стакан сахара. Растираем их до бела. В растертую смесь добавляем пакетик ванильного сахара. Добавляем 3 ложки муки. Будем заваривать заварной крем. Растираем. После добавления муки смотрим густоту и добавляем молоко, чтобы была такая густая консистенция сметаны. Размешиваем хорошо. Перед тем, как ставить выпекать трубочки, необходимо духовку разогреть. Выставляем температуру 200 градусов, сначала, потом 180. И оставляем, пусть она греется. Для приготовления крема выливаем молоко в кастрюльку 0,5 литра и ставим на плиту, чтобы довести до кипения. Кипящее молоко добавляем в нашу смесь, завариваем заварной крем. Все время помешиваем. Крем помешиваем до загустения. Наш крем готов. Достали тесто из холодильника и делим его на 15 частей одинаково. Перед тем, как мы вынули тесто из холодильника, мы доску посыпаем мукой. И на этой разделочной доске будем делать 15 трубочек. Берем скалку и раскатываем тесто на прямоугольники. Раскатанное тесто выкладываем вишню, потом заворачиваем и защипываем, получается трубочка. Нагретую до 180 градусов печь духовую выставляем наши трубочки для запекания. Через 20 минут мы проверим их на готовность деревянной шпажки. В заварной крем добавляем растопленное масло и хорошенько перемешиваем. Наши трубочки готовы. Мы укладываем их на блюдо. Сначала 5 ложим. Первый слой трубочек мы смазываем кремом. Наверх укладываем следующих 4 штучки. Перемазываем второй шар трубочек. Выкладываем 3 штучки. Штучки. Укладываем
Выстраиваем последнюю по центру. Готовим вишневые горки, мы еще добавим последний штрих, тот тертый шоколад. Потребуем посыпем сверху. Можно посыпать и кокосовой стружкой. Нашу вишневую горку ставим на пропитку на 12 часов, в холодное место. Готова поспорить, что не все слышали об этом старом бабушкином рецепте. С наступающим 2017 годом! Желаю счастья, здоровья и пусть хранит вас Господь!